بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Продолжаем чтение. Закончили на чем? На том, что разобрали, что означает у ученых понятие «аль-ислам аль-ам» – «общий ислам». Теперь что? Следующее понятие называется «амма аль-ислам аль-хас», так? То есть конкретный ислам, конкретный общий, конкретный что? Более узкого понятия ислам. Говорит «амма аль-ислам аль-хас», что касается конкретного ислама, «фахуа аль-кисму сани», то это второй вид, так? «Вахуа аль-мурад хахуна», и здесь он имеется в виду. «Фамарифту дин аль-ислам ла юрид дин аль-ислам аль-ам». То есть, когда шейх говорит то, что мы должны познать нашу религию ислам, он не имеет в виду общий ислам. وإنما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم صار المقصود بالإسلام الذي طلب من الناس أن يدينوا به. То есть, но после того, как был послан Мухаммад صلى الله عليه وسلم, тот ислам, который имеют в виду люди и которому как бы обращение происходит, которым происходит обращение к людям, так, чтобы они приняли его, этот ислам, как религию, وأن يعتقدوه, чтобы взяли в убеждение то, что приходит в убеждениях в этой религии, هو الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. Имеется в виду ислам вот этот вот конкретный, понятно, да? То есть, когда говорят «принимай ислам», не имеют в виду «принимай ислам общий, покорись Аллаху», а имеется в виду что? «Принимай ислам конкретный, не просто покорись Аллаху, а следуй шариату пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم». وهو دين الإسلام الخاص. Это говорит, что частный, конкретный, частная конкретная религия ислам. حتى صار الإطلاق. Даже говорит, когда просто говорят, что ислам, إذا أطلق الإسلام لا يراد به إلا دين الإسلام. Имеет в виду именно религию ислам, الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, который был послан кто? Наш пророк Мухаммад صلى الله عليه وسلم. Ясно? То есть, когда говорят просто ислам, имеет в виду что? Вот это вот частный конкретный ислам, с которым был послан Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Аллази яшмалю акидату ислам ва шариату ислам, который соединяет в себе идеологию ислама и шариат исламский. Понятно, да? То есть в чем разница между общим исламом и частным исламом? То, что общий ислам имеется в виду одна единая идеология всех пророков, так? То есть все пророки пришли с одной единой идеологией, в которой не было разницы. Но разница была в чем? В шариатах пророков алейхим ассалям. Понятно, да? То есть у каждого было, что, допустим, вору делается так, отрубается рука. В другом шариате не отрубается рука, например, идет заключение, так? Третий еще что-то с ним делается. То есть у каждого пророка был свой отдельный шариат. И когда говорят «принимай ислам», имеют в виду «принимай ислам частный, конкретный», который включает в себя и идеологию, так, исламскую, то есть идеологию общую всех пророков, и принимай именно вот этот шариат последнего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ассалям. Понятно или нет? ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال и пришло в достоверном хадисе то, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, кто бы не услышал обо мне из этой уммы, так? Умма имеет в виду умма призыва. То есть смотри, пророк صلى الله عليه وسلم пришел ко всему человечеству, так или нет, человечеству и ко всем джиннам. Все эти люди и джинны и до самого судного дня являются уммой пророка Мухаммада صلى الله عليه وسلم. Понятно? Не имеется в виду, что они мусульмане. Имеется в виду его умма, то есть тот, кому он послан с призывом, и за которым они обязаны последовать. Это называется что? Умма тут дава. Понятно или нет? Умма призыва, который направлен призыв. А есть, которая приняла его призыв. Когда говорят умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллама, чаще всего имеют в виду, что какую-то конкретную умму. То есть имеют в виду мусульман. Не просто всех людей и джиннов, которым был послан пророк, саллаллаху алейхи ва саллама, а имеют в виду именно мусульман, которые за ним последовали, так, из этой общей уммы призыва. Так вот, говорит посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, «Ла ясмау би ахадун мин хазиль умма», кто бы не услышал обо мне из этой уммы, то есть из уммы чего? Призыва. «Ла яхуди ва ла насрани», будь то иудеи или будь то христианин, «сумма ла юмину би», а после этого не уверовал в меня, «илля акаббаву Аллаха финнар», непременно закинет его Всевышний Аллах в огонь. Понятно, да? Говорит «Ла ясмау би», кто бы не услышал обо мне, «Яни би би асати ва би рисаляти», так? То есть о моем послании и о моем чем? И о моем призыве. «Ва бима урсильту би», и о том, с чем я послан, «Сумма ла юмину би», а после этого не уверует в меня «Ахадун мин хазиль умма», кто бы ни был из этой уммы, «Ва ла яхуди ва ла насрани», будь то иудей или будь то христианин, «Ва фир ривайати л-ухра», а в другом ривайате «Ахадун мин хазиль умма», яхуди ау насрани, кто бы не услышал обо мне из этой уммы, иудей или христианин, аль-мурад умма тут дава. Здесь имеется в виду под общины, кто? Община призыва. То есть все люди, которым я послан. Сумма ля юмину би илля акаббаху Аллаху финнар. После этого не уверуют в меня, кроме как непременно закинет его Всевышний Аллах в огонь. Фаман кана аля динил ислам аль-ам. Поэтому тот, который находится на общей религии ислам, так?
на общей религии ислам, то есть не является мусульманином конкретным исламом, так, то есть не вошел в шариат пророка саллаллаху, а вообще просто на общей религии ислам находится, то есть он считает себя из тех, кто покорился Всевышнему Аллаху, понятно, да, то есть покоряется, говорит, я готов делать то, что мне говорит Бог, так, или говорит мне Аллах и так далее, то есть разные названия у разных народов, понять в Аллах, так, то есть кто-то говорит Бог, кто-то говорит по-другому и так далее. Этот человек, кто готовый покориться Всевышнему Аллаху и покорившийся ему, находится на религии общий ислам. Поможет ему это или нет? Это ему не принесет пользы, пока он не зайдет в частный ислам, так, то есть не примет ислам, который ашхаду ан ла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулю. Потом, исходя из этого хадиса, видишь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто бы не услышал обо мне, а потом не уверовал в меня, говорит, так, не просто не покорился Аллах, а кто не уверовал в меня именно так, того непременно Всевышний Аллах закинет в огонь. Поэтому говорит, поэтому тот, кто находится на общей религии ислам, а пророк саллаллаху алейхи уже послан, то от него не примется этот его просто общий ислам. После того, как был послан пророк саллаллаху, ни от кого не принимается, илля ан яттабиа дин аль-ислам аль-хас, кроме как, чтобы он следовал зачем? За религией ислам частной, конкретной. Яни аллази буйса бихи наби алейхиссалату вассалям, то есть той религии, с которой был послан Мухаммад саллаллаху алейхиссалям. Ва хуль мурад хахуна. И здесь именно этот частный ислам имеется в виду, по словам шейха, и мы должны познать религию ислам с доводами. Понятно, да, что за религию ислам мы должны понять. Говорит, ва хуль ладзи яхсулу бихи аль-ибтила фил-кабр валь-фитна фил-кабр. Именно этот частный ислам будет, что испытаны им те, которые будут в могиле, именно о нем будут спрошены, какая была твоя религия, понятно, да, то есть он должен быть ответить частный ислам, то есть ислам пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а не просто какой-то общий ислам. Яхсулю либтиля валь фитна бидин ислам, аллази буйса бихи Мухаммадун, саллаллаху алейхи ва саллям. Так, это понятно. Дальше. Каля хулис исламу лиллахи биттавхид. Говоришь, что же? Что же такое ислам? Говорит, ислам — это когда ты покоряешься Всевышнему Аллаху на основе единобожия. Ислам ан якуна фа'илаху. Почему на основе единобожия? Потому что многобожники тоже покоряются Всевышнему Аллаху, только не на основе единобожия, а на основе чего? Многобожия. То есть они тоже желают награды от Аллаха, они любят Аллаха, они поминают Аллаха много, так они делают хадж, они делают умра, они что только не делают. То есть они любят Всевышнего Аллаха и что? Хотят ему поклоняться. И покоряются ему, но как? На основе единобожия. А мы говорим, что наша религия, ислам, это покорение Всевышнему Аллаху на основе единобожия. Говорит, алистислам ан якуна фа'илаху фа'иля листислам кахай атиль мустаслим. Чтобы тот, который предается Всевышнему Аллаху, был подобен сдавшемуся человеку. То есть, как будто человек сдался своему врагу. Понятно ли нет? Мустаслим ли гайрихи таби'ун лаху. Смотри, говорит, тот, который сдался кому-либо из врагов, например, так? Что он делает, говорит, таби'ун лаху. То есть, он за ним следует, так или нет? Идет за ним с поднятыми руками, куда бы он ни пошел, что бы он ему ни сказал, он выполняет и делает. И говорит, «Ла яфалю илля ма юрид». Он говорит, делает только то, что хочет от него этот, которому он сдался. «Халуса кальбуху илля мин рахба ман истаслама лаху». То есть его сердце освобождено и чисто так, и он весь предан только тому, кому он сдался. «Валю каля ваху алисламу лилля биттавхид». Если бы шейх здесь вместо слова «алисислам» сказал «алислам», так, ла саха таарифу, то тоже было бы сказать это правильно. Фалисислам гуна бимана алислам, потому что предаться здесь в смысле покориться, так? Валяху аслама, то есть ему я покорился. Ва анибу иля роббикум ва аслимуля. Когда Всевышний Аллах говорит, возвратитесь к вашему Господу и покоритесь ему. Куллю абимана алислам ва алислам. Все это в понятии, что сдаться, предаться, так? Или покориться. Алисламу лилля, алисисламу лилля, бимана вахид. Все это в одном смысле. Хайеда афиазал мауда бикаули биттаухид. Но здесь шейх ограничил в данном месте, что покорение Всевышнему Аллаху чем? Единобожием. Сказал не просто покориться Аллаху, так? Всевышним, а на основе чего? Единобожие. Вот таухиду яшмалю таухиду Аллаха джалла ва аля фи рубубиятихи ва фи улюхиятихи ва фи асмаихи ва сифатихи. И говорит, единобожие Всевышнему Аллаху включает в себя то, что ты считаешь его одним единственным в чем? В господстве, одним единственным в достоинстве, в поклонении, так? И одним единственным в обладании самыми прекрасными именами и атрибутами. Валь-максуд аля-хас мин хазии саляса тавхиду аль-ибада. Но более конкретно так, что желает от тебя шейх, это чтобы ты понял из этих трех именно тавхиду аль-ибада, так? Единобожие в поклонении. Лянна аль-хусума вакаат фихи. Потому что спор и борьба между пророком и народами, так? Пророками народом возникло именно относительно единобожия в поклонении. Ва маалум анна тавхиду аль-ибада
متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات. И известно, говорит, то, что единобожие в поклонении включает в себя что? Единобожие в Господстве, единобожие в именах и атрибутах. То есть потому мы и поклоняемся Всевышнему Аллаху, потому что Он Господь и потому что Он обладает именами и атрибутами. И вначале, братья, тавхид асмау сифат не был как отдельным тавхидом, не рассматривался учеными как отдельный третий вид тавхида. Понятно ли нет? Но потом его начали рассматривать отдельно, то есть имена и атрибуты именно. Так, то есть он включался в рубубию, в господство. Но потом его начали рассматривать отдельно после того, как приверженцы различных заблудших течений начали что? Вводить свои нововведения относительно имен и атрибутов Аллаха. И начали говорить, что Всевышний Аллах не любит, потому что любовь это что такое? Это движение в сердце. А если мы так скажем, значит, у Аллаха есть сердце, значит, у него есть какие-то чувства, так, значит, он похож на свои творения, значит, он не может быть Богом. И так далее. И начали что? Изменять его атрибуты и имена, или вообще их что? Отменять. После этого ученым пришлось выделить этот, как называется, этот вид единобожие под отдельное рассмотрение. Понятно ли это? Хотя вначале его никто отдельно не рассматривал. И второе, что, вторая составная часть определения религии ислам, это то, что ты должен Всевышнему Аллаху или следовать за Всевышним Аллахом в чем подчинении. То есть, чтобы ты был следующим гэру муманя, так? Не противящимся, чтобы ты не противился. Валя мутаваллин, и не отворачивающимся, так, чтобы ты не отворачивался. Антаатилля джаллаля, от подчинения Всевышнему Аллаху. Инна маянкат ва юзаин. Ты всего лишь должен следовать, и юзаин это что? Покориться. Камакаля джаллаля, как сказал Всевышний Аллах, куля ты Аллаха ва ты вар расуль. Скажи, покоритесь или подчинитесь Аллаху и подчинитесь Его посланнику. Фаин таваллю, если же они откажутся и отвернутся от этого призыва, так, то на пророке всего лишь то, что он обязан донести, а на вас то, что вы обязаны принять. Ясно? Говорит, амара битаатилля ва таати расулихи, то есть Всевышний Аллах здесь приказал подчиняться ему и подчиняться его посланнику. Яни алинкият лилля валир расуль, то есть следовать за Аллахом и за его посланником. Фима амара Аллах джалла ва аля бихи, в том, что Всевышний Аллах приказал, ва фима амара бихи наби саллаллаху алейхи ва саллям, и в том, что приказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Каль, фаин таваллаху, после этого Всевышний сказал, а если же они отвернутся, ва арабу, и что? А и'рад, это когда человек, ты приносишь ему религию ислам, говоришь, давай я тебе разъясню, что такое религия ислам. Он говорит, что мне не надо, говорит, отворачивать. То есть он не говорит, это истина или ложь. Он говорит, да, это истина, я верю, что это истина, так, но мне эта истина не нужна. То есть у меня дел много, я работаю, мне сейчас не до этого, в общем. И мне вообще не интересно это все. То есть истина там, не истина, в общем. Это называется что? И'рад. И'рад это отворачивание даже без того, что человек что-то бы послушал, понял? То есть ничего не слушает, сразу отворачивается, уход. А таваллю, тавалли, так, когда человек отворачивается, то это уже после того, как человек послушал, понял, так, и отвернулся. Это человек мутаваллин, отвернувшийся. А муарид, это тот, который даже ничего не слушает, сразу отворачивается, так. Фаин таваллу, если же они отвернутся, ва'араду, и откажутся даже слушать, валям юзгину, и не покоряться, валям янкаду, и не подчиняться, фаиннама алейхи, то на нем всего лишь, яни аля расуль, то есть на посланнике, ма хуммиля, то, что на него возложено. Махуммиля и Яхуа Гуар Рисаля. То есть то, что возложено на него, то есть послание. Ва алейкум махуммильтум. А на вас то, что возложено на вас. Ва гули сиджаб лиллахи валир расуль. А что на нас возложено? Это ответить Аллаху и его посланнику. Хаизан гуна линкият лаву битта лилла джалла ва аля. То есть, говорит, здесь шейх имеет в виду, что мы должны следовать в подчинении Всевышнему Аллаху, ва бита'атихи, ва та'ат расулихи, саллаллаху алейхи ва саллям, за Аллахом и за его посланником, аллази буиса бихи бихазал ислам аль-ахир, за тем пророком, который послан с этим конкретным частным исламом, так, последним. Каля валь бара'ату мин аш-ширки ва ахлихи. И третья составная часть определения религии ислам, это то, что ты должен проявить непричастность к многобожию и многобожникам. Фуссират аль-бара'а би'иддат тафсират. Ученые разъяснили слово аль-бара'а, то есть отречение и проявление непричастности, несколькими что разъяснениями. Аслун ва фуру'уху. То есть у отречения есть основа и есть ответвление. Вот это что необходимо хорошо понять. У отречения и проявления непричастности от многобожия и многобожников есть асль, то есть что? Основа и есть фуру'. Фуру' это что? Ответвление, как ветки, так? Аслун бара'а аль-бугду фил кальб. Основой отречения является ненависть в сердце. Ненависть в сердце.
يعني بغض الشرك وأهله. то есть человек должен ненавидеть многобожие и многобожников. ويتبع ذلك. А за этим уже следует дальше что? يتبع بغضهم. то есть своей ненавистью следует معاداتهم. то есть уже что? Вражда с ними. Понятно ли? Смотри, значит, основа это что? Твоя ненависть в сердце. Кто-то может сказать, брат, вот сколько ты мне это не разъясни, не могу я ненавидеть многобожников. Хорошие люди, так? Соседи у меня все многобожники. Один христианин, другой, не знаю, кому поклоняется. Третий вообще никому не поклоняется, думает, что он никому не поклоняется. Ну, мужики, так? Хожу с ними на работу, вместе с ними работаю, так? Вместе в одной комнате сидим 10 человек, смеемся, там, что еще, шутим. Не могу я их ненавидеть? Что в них такого ненавистного, так? Мы говорим, что человек не может быть мусульманином, кроме как он начнет ненавидеть многобожие и многобожников. Если он ненавидит многобожие, значит он не понял суть единобожия. Понятно или нет? Почему, брат? Потому что в многобожии есть что? Есть унижение Всевышнего Аллаха. Так? Его что? Оскорбление есть. Его порочение его есть. Есть его опоношивание и так далее. Так? То есть, если ты являешься из тех, которые любят Всевышнего Аллаха, так? И ставят Всевышнего Аллаха выше всего остального, и говорят Аллаху Акбар, Всевышний Аллах выше всего остального, так? Ты можешь не... как называется, не ненавидеть того, который, ту идеологию, которая порочит Всевышнего Аллаха, так? И тех людей, которые носят в себе сердце, что? Оскорбление Всевышнего Аллаха. То есть, любой многобожник носит в своем сердце, что? Что Всевышний Аллах недостаточен для миров, так? Нам необходимо, что посредники, Всевышний Аллах меня не простит, так как он недостаточно прощающий, так? Я нуждаюсь в том, чтобы найти себе посредников и тому подобное. То есть, он носит в себе идеологию, которая порочит Всевышнего Аллаха. Исходя из этого, ты должен, что? Ты не можешь его не ненавидеть. Ты в любом случае ненавидишь многобожие и ненавидишь кого? Многобожников. Если ты правильным, достаточным образом понял, что такое ля иляха илляллах, и понял, что такое религия ислам, и что такое единобожие. Так вот, это говорит, что основа непричастности, она является, где находится? В сердце, то есть заключается в ненависти к многобожникам и многобожию. Табиразалик, а за этим, за этой ненавистью уже следует фуруа, то есть ответвление. Понятно или нет? Табе бухдагум муадатугум. Так, во-первых, что за этим следует, за твоей ненавистью следует? Твоя вражда по отношению к ним. Твоя вражда по отношению к ним. Ва такфир ман кафарагу Аллах джалла ва'аля ва расулу. И объявление неверующими, тех, кого объявил неверующими Аллах и его посланник. Так? Дальше. Такфир аль-мушрикин. То есть, объявление неверующими кого? Многобожников. Ва мукаталатугум. И третья вещь это что? Сражение с ними. То есть можете вот так вот в кружочке что? Обвести эти понятия. То есть есть асаль ва фуру, есть основа и есть ответвление. Основа это ненависть в сердце. Первое. Да. Ответвление состоит из трех вещей. Первое это вражда к ним. Второе это объявление их неверующими. Такфир. И третье что? Мукаталя тугу. Мукаталя это что? Сражение с ними. Когда это что? Узаконено. То есть смотри. Сражение с многобожниками не является что? Неузаконено, когда попало. То есть ты, например, живешь среди многобожников. Это не означает, что ты должен, можешь идти по улице и что? Убить кого угодно. Так? Это не является правильным. То есть ты не имеешь права трогать его, не имеешь права ничего с ним делать, пока не узаконит тебе это Всевышний Аллах. Как, например, если они нападают на твою территорию, так? И заставляют тебя что делать? Оберегать свою жизнь, свою честь, свое имущество, например. Это называется джихадуддаф. Так? То есть война какая? Отражение врага. Тогда ты имеешь право, что мукаталя делать, то есть сражаться с многобожниками. Или наоборот, правитель мусульман объявил, что военный поход на территорию неверующих, так? Тогда ты что? Становится для тебя узаконенным сражение с неверующими. А так просто, что без узаконивания это что не является правильным. Еще раз, значит, основа это проявление ненависти, так, в сердце. А что? Ответвление это муадатухум, то есть вражда к ним, такфирухум, то есть объявление их неверующими. И третье. Сражение с ними, если есть на это узаконенность, так? И это как раз и есть смысл проявлять неверие к тагуту, так? Фаинналь куфра биттагут хува бугдуху ва муадат ахлихи. Потому что, говорит, неверие в тагута это и есть его ненависть, так? И проявление вражды к его, к тем, которые следуют за этим тагутом. Прит такфир ахлю тагут. И делать, объявлять неверующими кого? Людей тагута. Вахум ахлю айбадат гайрилля джаллавана. А кто такие люди тагута? Это есть мушрики, которые поклоняются не Всевышнему Аллаху. Дальше. Вот такфир таиб. Здесь прочитали. Вакиталюхум айнда машра'и залика. И сражение с ними, если это узаконено.
من الشرك أصلها البغض. Значит, мы говорит, поняли, что проявление непричастности к многобожию, основа его ненависть сердца. Яттаби аль-бугд ашья. А за этой ненавистью следуют следующие вещи. Ауалян аль-муада. Во-первых, это вражда по отношению к ним. Санин ат-такфир. Во-вторых, это объявление их неверующими. Ва маалюм анна ат-такфир табаун лиль-ильм. И известно то, что объявление неверующими тоже не происходит, что просто так напропалую, так? То есть это следует за знанием. То есть если у тебя нет достаточно знания, то ты не имеешь права что? Объявлять неверующими, кого попало, или каких-то конкретных личностей, так? То есть ты обязан говорить только в общем. Допустим, иудеи неверующие, христиане неверующие, многобожники неверующие, так? Солнцепоклонники неверующие, огнепоклонники неверующие, допустим, и тому подобное. Но говорить конкретно вот этот вот Василий Иванович, что неверующий, или вот этот вот, допустим, что какой-нибудь там Ахмат Мирзаянович, неверующий. То есть такое следует зачем уже? За знанием. Не так просто. То есть на каждую конкретную личность выносить, что постановление о том, что он неверующий, не разрешается. Кроме как, если человек, конкретно вот этот Василий Иванович, сам говорит, я христианин, тогда ты не можешь сказать, я не знаю точно, неверующий он или нет. Нет, относительно этого человека ты точно выносишь постановление, что он неверующий. Так же, как суфий. Если какой-нибудь Ахмат Мирзаянович говорит, я суфий, понял, да? Тогда ты относительно можешь него сказать, что этот человек мубтаде. Кто? Нововведенец. Не обязательно, что как называется, доводить до него довод и так далее. То есть этот человек, основа его то, что он нововведенец, так? Нововведенец, так как он сам не причисляет себя к Ахли Сунна, а причисляет себя к кому? К партии, то есть к суфиям и так далее. Ясно или нет? А потом ты уже можешь донести до него довод, и он может выйти из нововведения и перейти в Сунну. Это уже другой вопрос. Говорит, Сунна киталаху маинда машиляи залика. После этого ты можешь что сражаться с ними, если это является узаконенным в данный момент. Вазалика айдан мустальзим лиль-ильм. И это тоже следует зачем? За знанием. То есть так просто, что не объявляется сражение с неверующими. Кто попал, его не должен объявлять. Должен объявлять тот, который обладает знанием об этом. Фаталахаса анна иль аль-амма. Отсюда мы выходим то, что для общего, для простого народа, так, то есть простой народ мусульманский, так, что он должен делать? Вагумман лейсу уляма, а это те, которые не являются учеными. Алейхим мин аль-бара аслаха. То есть они из этого отречения должны соблюдать его основу. Так, вагуаль бухт, а это ненависть кому? Многобожию, многобожнику. Вамма фруаха, а что касается его ответвлений, так, ответвлений. Инна магия бихасб дараджат аль-ильм. То эти ответвления соблюдаются человеком в соответствии с тем, сколько у него знаний. То есть чем больше у него знаний, тем полноценнее выполняются эти ответвления. Чем меньше этих знаний, тем меньше выполняются эти ответвления. Ясно или нет? Дальше. И, братья, это не означает, что простой народ, у него нет проявления вражды, нет такфира и нет чего, нет сражения. Нет, они тоже участвуют в проявлении вражды, в чем? В такфире и в сражении. Просто они участвуют в этом на минимальном уровне, так, в соответствии со своими знаниями. То есть нельзя сказать, что если человек простой, он не должен такфир делать никому. Так? Нет, он обязан говорить и понимать, знать, что, например, фараон неверующий, так? Потому что если он скажет, фараон неверующий, тогда он проявил неверие к чему? К Корану, так? К которым часто приходит то, что фараон неверующий, например. Или говорит, что христиане неверующие. Потому что христиане неверующие по единогласному мнению всех мусульман, так? И если этот простой человек говорит, нет, христиане не неверующие, они верующие, так? Тогда это что, не является правильным? То есть он должен, что его необходимо обучать и объяснять, что эта идеология не является правильной. Ясно или нет? А если он продолжает стоять на своем, и после того, когда до него дошли доводы, и он говорит, что христиане все равно верующие, так, то это что опасно, что он выходит даже из религии ислам, потому что у него нет основы этих чего? Ответвлений непричастности к многобожию, не многобожию и многобожникам. Ясно или нет? Которые являются частью определения, видишь, религии ислам. Говорит, аль-бухт ла будда ан юбгид. То есть ненависть в сердце даже у простого человека мусульманина непременно должна быть. Фаин лам юбгид аш-ширк. Если человек не ненавидит многобожие, фаину леса би муслим, тогда он не может быть мусульманином. Иза кана юхиб аль-ислам ва ахлаху. Если человек любит ислам и мусульман, ва юхиббу ат-таухид ва ахлаху, и любит единобожие и единобожников, ва лакин ла юбгид аш-ширк ва ахлаху, но при этом не ненавидит многобожие и многобожников, фаину леса би муслим, тогда человек не является мусульманином. Лакин кад юбгид аш-ширк ва ахли ш-ширк би атибар аль-асль. Но он может что ненавидеть многобожников и многобожие, находясь на этой основе, лякину юхиб балдуль мушрикин. Но вместе с этим он любит некоторых многобожников, некоторых. То есть в основе он всех их ненавидит. Но некоторых многобожников он любит. Лигарат минаград ад-дунья. Так? Из-за чего? Из-за каких-то жизненных бытовых вопросов. Так? То есть из-за каких-то бытовых выгод он любит кого-то из многобожников.
Фаза лейса бимушрик, этот человек не является многобожником из-за этого. Понял? То есть нельзя сказать, что его основа отречения от многобожников, что повреждена. То есть она действительно, что, точнее, она повреждена, но она не удалена полностью. То есть она у него присутствует, эта основа, но просто что является поврежденной. И совершает этим человек большой грех. Говорит, фагада лейса бимушрик ваиннама накис исламаху. Видишь, этот человек не является многобожником, но просто что его ислам накис. Как это? Неполноценный, так? Кама аубахту лакум фима сабака. Как я это вам разъяснил уже раньше, фи таксим аль муаля, когда мы разговаривали про что? Про деление понятия муаля иля муалятин ва тавалли. На частный муаля и на тавалли. المقصود من هذا أن مسألة البراءة هذه здесь мы только хотим сказать то, что вопрос проявления отречения от ширка и многобожников أصل البراءة البغض, то, что основа его ненависть, и التبعها أشياء, и за ним следуют уже другие вещи المعداء التكفير المقاتلة, так, то есть вражда, объявление верующим и сражение, وكلها تبع للعلم, и все это следует за знанием, то есть смотря от того, сколько у человека знаний, тем лучше, что чем больше у него знаний, тем лучше он выполняет эти ответвления. И это различается, смотря на людей. То есть у разных людей по-разному выражается. И самое легкое из этих трех ответвлений у простых людей, единобожников, у их общего количества, так, муадат аль-мушрикин, то, что они могут проявлять вражду к многобожникам. То есть даже простые люди проявляют вражду к многобожникам, так или нет? Даже если они не имеют доводов или разъяснений о том, что, оказывается, им нужно делать такфир, так, все равно они что делают? Проявляют к ним вражду. ومن إقامة دلائل على مشروعية مقاتلة أهل الشرك. Может быть, даже они не знают и нет у них довода на то, что можно узаконивать или является иногда узаконенным сражаться с кем? С многобожниками. فإنه قائم في قلبه بغضهم ومعاداتهم. Но все равно у него в сердце обычно, даже у простого мусульманина, в любом случае есть ненависть, так, кому? К многобожникам и многобожию и их вражда. То есть хотя бы какая-то, что какое-то проявление вражды. وَهَذَا بِهِ يَحْصُلُ الْإِسْلَامُ. Этим сам достигается то, что человек становится мусульманином. Понятно ли? А все, что дальше, это уже что усовершенствует его ислам. تعريف الإسلام شمل ثلاثة أشياء. Значит, говорит, определение ислама включает у нас в себя три вещи. Во-первых, الاستسلام لله بالتوحيد, покорение Всевышнего Аллаха на основе единобожия. ثانيا, во-вторых, الانقياد لله بالطاعة, подчинение Всевышнему Аллаху на основе чего? Или следование за Всевышним Аллахом на основе подчинения. الثالث, البراءة من الشرك وأهله. И третье, что это что? Отречение от многобожия и многобожников. نلاحظ أنه بهذه شمل هذا التعريف معنى الشهادتين كما سيأتي. Обрати, говорит, здесь внимание на то, что определение включает в себя два свидетельства. Понятно мне? Ла иляха илляллах, это что? Алистисламу лиллахи биттухид. А Мухаммадан Расулиллах, это алинкияду лиллахи биттаа. А что касается аль-бара, то у него есть отдельные что? Отдельные доводы. Хаза дин, это, говорит, и есть религия. Динул ислам аллази джаа бихи Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям саляса маратиб. После этого шейх говорит то, что эта религия, с которой пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, состоит из трех ступеней. Ясно ли нет? Это, то есть религия, ее определение состоит из чего, во-первых? Из трех отрывков, так? Определение состоит из трех частей. А сама религия ислам состоит теперь из трех ступеней еще. Ясно? Это уже другая вещь. Из трех ступеней. Говорит, каля шейх рахимауллах, говорит шейх ан-Нажди, ва хуа саласу маратиб. И общая религия ислам, в общем, так? То есть, я не имею в виду общую, которая что? Не религия пророка. Нет. Религия пророка Мухаммада, саллаллаху алейслам, состоит из трех ступеней. Первая из них – аль-ислам. Первая это из этих ступеней – частный какой-то ислам. Так? Частный ислам. Потом что? Хади мартаба фи дини ислам. Это говорит, что ступень в религии ислам иджа хади мартаба ан юхкам ли ахлиха би анну муслимун. Результатом этого что? Ступень является то, что ты можешь вынести постановление относительно человека, который взошел на эту ступень, что он мусульманин. Понятно ли нет? То есть если, смотри, давай быстренько объясним в общем. То есть религия ислам состоит из трех ступеней. Ислам, иман и ихсан. Понял, да? Ислам, то есть что? Покорность, так, ислам. Потом иман, то есть вера, и ихсан, что? Чистосердечие, так его переводят, но оставим как ихсан. Если человек выполнил первую ступень ислам, то относительно него можно сказать, что он мусульманин, муслим, понял, да?
но еще не говорится про него, что он мумин, верующий, так как ступень веры он еще не выполнил. Если вы выполнил ступень веры, тогда он становится мумин, верующий. Мумин это уже более уже, так? То есть каждый верующий муслим, но не каждый муслим верующий, ясно или нет? И третья ступень это ихсан. Если человек его выполнит, становится кем? Мухсин, понял, да? То есть каждый мухсин это муслим и мумин, но не каждый муслим мухсин и также не каждый мумин мухсин. Понятно или нет? То есть ислам это какой-то более общий круг, потом идет более узкий круг, это иман, вера. И третий круг, это более узкий, это что? Ихсан. Ихсан это? Это ихсан, так? Говорит дальше. Валь иман, а что касается второй ступени, а это иман, вера. Ва натиджату хази ль-мартаба ан юхкам ли ахлиха би аннахум муъминун. То есть результатом этой ступени становится то, что тот, который взошел на эту ступень, ты можешь вынести относительно его постановление, то, что он является верующим. Ясно? Дальше. Валь ихсан, а что касается третьей ступени, а это ихсан. Натиджатуха ан юхкам ли ахлиха аннахум мухсинун. То результатом этой ступени является то, что тот, который забрался на эту ступень, можно сказать о нем то, что он мухсин. Фаль мухсин валь муъмин валь муслим. Аль джами мин ахли дин ислам. Поэтому говорит мухсин, муъмин и муслим, все они входят во что? В религию ислам. То есть все они являются составными частями религии ислам. Лакин ликуллин мартабатуху аль-хасса бихи. Но у каждого что? Своя ступень, конкретизированная под него. Понял, да? То есть мумин выше, чем муслим, мухсин выше, чем мумин и так далее. Всевышний Аллах сказал, хум дараджатун индаллах. Они, что у них есть ступени перед Аллахом. То есть все люди, все мусульмане, не все они равны, так? То есть кто-то более верующий, кто-то менее верующий, кто-то муслим, как называется, совершенным исламом, кто-то, как называется, с неполноценным исламом, кто-то дошел до уровня мухсин и так далее. Верхняя точка выше, чем иман. Нам. Да? Дальше. Говорит фаль-ислам, сейчас придет расписывание всего этого, так? Говорит фаль-ислам, что такое ислам? То есть частный вот этот первая ступень религии ислам, что такое? Это говорит, ху икамату ламаль аз-захира. Это когда человек выполняет внешние деяния. Аш-шахадатайн произносит два свидетельства. Произносит два свидетельства. Аркан аль-арбаа аль-маруфа. И выполняя при этом еще четыре чего? Столпа ислама. А что это за столпы? Намаз, закат, хадж и ураза, так? Икамату ас-сала ва итау ас-зака ва сауму рамадан ва хадж аль-бейт. То есть намаз, закат, ураза в месяц Рамадан и совершение хаджа к дому Всевышнего Аллаха. Маабалдаль иман, аллази усахха хадаль иман аз-захир. Здесь надо написать, что хадаль ислам аз-захир. Здесь ошибка. Хадаль ислам аз-захир. Здесь говорит, но при этом, чтобы человек стал мусульманином, недостаточно ему просто соблюдения внешних дел, так, внешних деяний. Обязательно должно быть у него часть веры, минимальная какая-то часть веры, так, минимальная вера, посредством которой становится действительным его внешний ислам. Понятно ли? То есть представь себе человека, который не верит в Аллаха или не верит в посланников, не верит в судный день, но при этом выполняет намаз, держит уразу, месяц Рамадан, может даже в хадж съездить так, чтобы денег подзаработать, например, может быть еще какие-то выполняет, но при этом ни во что не верит. Вопрос, его эти внешние деяния становятся действительными или нет? Нет, понял, да? То есть его деяния не становятся действительными, пока у него не появится вот это минимальное, что часть от имана, посредством которого вот эта минимальная часть имана делает действительным его внешние дела ислам. Так? Дальше. Валь иман. А что касается имана веры, аль иман би арканихи аситта, то человек должен верить в шесть столпов веры. Лиллахи ва малайкатихи ва кутубихи ва русулихи ва льюмил ахири ва бил кадри хайрихи ва шаррихи. То есть человек должен верить в Аллах, в ангелов, в книги, в посланников, в последний день и во что? День имеется в судный день. И в предопределение чего? Добра и зла. Маабалдаль ислам аз-захир. Смотри, и опять у него должно присутствовать как минимум что? Какая-то минимальная часть внешнего ислама. Маабалдаль аль-амаль аз-захир. То есть он должен делать какие-то деяния в исламе. Недостаточно, чтобы человек говорил, я верю в Аллаха, посланника и так далее, и во все это верил, но ничего не делал из внешних деяний. Ясно или нет? Если он ничего не будет делать, кем он является? Неверующим является. И более того, является каззабом, является лжецом, когда говорит то, что я верю в столпы имана. Потому что если бы он верил сердцем, то это проявилось бы на его органах. Ясно или нет? Поэтому говорит, «Аллази маагу юсах» или «юсахах». Так, здесь опять одну букву «ха» пропущен. «Сахах азаль иман аль-батын». То есть у него должно быть часть ислама, минимальная часть ислама, то есть какие-то внешние деяния минимальные, посредством которых станет действительным его, что
внутренняя вера. Ясно или нет? Поэтому слова того, кто говорит, вера в сердце, имеется в виду, что не обязательно делать какие-то внешние деяния, то это является неправильной идеологией, так? То есть человек не должен не только верить внутри сердца, но и при этом выполнять определенные минимальные деяния. والإحسان هو مقام المراقبة لله جل وعلا. А что касается ихсан, это когда человек чувствует, что Всевышний Аллах за ним наблюдает. Понял, да? Человек чувствует, что Всевышний Аллах за ним наблюдает. То есть он не просто мусульманин совершает дела, что вахуа гафиль, то есть при этом он, как называется, находится в забвении. Но он чувствует, что Всевышний Аллах за ним постоянно наблюдает. И результатом этого что становится? То, что он более лучше соблюдает внешние деяния, и его вера увеличивается. Так или нет? То есть, если представить, например, человек, его наняли на работу, например, у него есть работодатель. И этот работодатель, что сегодня не вышел на работу, то есть не присматривает за ними. А у него суть какая? Отсидеть, как говорится, до 6 вечера, так и домой уходить. То есть ему никто не сказал, выполнишь такой объем, и тогда пойдешь домой. Ему сказали, главное до 6 досиди, а потом уходи домой. Соответственно, он будет работать по одному образу, так или нет? А если этот работодатель будет постоянно надсматривать и стоять над твоей душой, как говорится, так, то человек, естественно, будет что? Выполнять больший объем работы. Правильно же или нет? То же самое здесь. То есть, когда человек чувствует, что Всевышний Аллах наблюдает за ним, он выполняет что? Свои внешние деяния на качественно, на более, как это называется, качественно высоком уровне. Так или нет? Чем когда человек находится в забвении и не чувствует, что Всевышний Аллах наблюдает за ним. قال сказал шейх ан-Нажди و كل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه и укажет, что мартаба, у каждой ступени есть свои столпы, и столпов ислама сколько? 5. Вот именно этот матн саляту насуль, три основы мы проходим первым, потому что в нем разбирается вот эта вся религия ислам, разбирается, что как называется, вот так вот в общем, что по-быстрому, как говорится. То есть она в общем разбирается, вся религия ислам. После того, как ты проходишь саляту насуль, ты в общем познал примерно что всю ислам, понятно, да? А остальные матны — это уже более частные какие-то вопросы разбирают в них. Поэтому здесь что? Первая ступень ислама — это говорит, что общего ислама, то есть это частный ислам состоит из чего? Из 5 столпов. Закараха сумма закарал адилла аля залик. Шейх упомянул всех их, а потом упомянул на них далили. Факаль и сказал, фадалилю шахада каулю та'аля. Довод на свидетельство, то есть ля илляха илляллах, слова Всевышнего Аллаха, шахид Аллах аннаху ля илляха илляху. Засвидетельствовал сам Всевышний Аллах, что нет божества достойного поклонения, кроме него. Валь малякату, так, и кроме ангелов. Правильно, нет, так перевести? То есть, некоторые так переводят. Имеется в виду, и также ангелы засвидетельствовали, так, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Ва улюль ильми, а также засвидетельствовали это обладающие знанием. Аль-Каиман бил-Кист, то есть, которые стоят на справедливости. Ля илляха илляху аль-Азиз аль-Хаким. Нет божества достойного поклонения, кроме него, всемогущего, мудрого. Ваджу листидляль, как мы берем из этого аята довод на свидетельство, на необходимость произнесения свидетельства. Аннала джальнавала шахида бизалика линавсихи. Во-первых, то, что сам Всевышний Аллах засвидетельствует это за самого себя. У шахида лягу бизалика аль-малайка, и засвидетельствовали за это кто? Ангелы. Вахум аммару сама. Аммару сама. Это те, которые населяют небеса. У шахида лягу бизалика айдан улю ль-ильм. И также засвидетельствовали за это кто? Обладающие знанием. Минас-сакалейн. Из двух миров. Что значит из двух миров? Джинны и люди. Сказал Всевышний Аллах, Каиман бил-Кист, ля илляха илляху аль-Азиз аль-Хаким. То есть нет божества достойного поклонения, кроме него, всемогущего, мудрого. Фабада ан шахида бидалика линафсихи, ва ахбара би шахадати малаикатихи ляу бидалик. После того, как Всевышний сообщил о том, что сам засвидетельствовал это, а потом сообщил, что ангелы также это засвидетельствовали, шахадат ули ль-Ильм ляу бидалик, так? И также то, что ученые засвидетельствовали это, ахбара марра ухра би мадмун залика факаль. Сообщил или нам сообщил второй раз, повторил, так? Что они засвидетельствовали, повторил второй раз и сказал «Ля илляха илляху». Засвидетельствовали они то, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Вадихун захир ваджил истидляль мин хазиль ая». То есть, то, как берется из этого аята необходимость произнесения свидетельства, явно и понятно, так? «Ма маана ля илляха илляллах». А какой смысл слов «Ля илляха илляллах»? Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. «Каля маанаха ла маабуда би хаккин илляллах вахдаху». Смысл его, что божества достойного поклонения, кроме Аллаха, одного, так? Калама бихамдик шаду ля илляха илля анта астагфируллаха ва атубу илейх.